Что ты там, знакомого увидел? Да, наши дубровские корни. Корешки ваши? И в том числе и родственники даже. У вас тоже там родня есть? Ну, вот он. О. На ней. Вон он выезжает. Что-то ты не говорил мне про родственников дубровских. Ну, отец у меня же оттуда. А. Батя в армии служил? Да. Что за войска у них? Стройбат. Стройбате был? Сейчас они называются инженерские войска. Переименовали. Ну, пускай вот так он. И будет. Куда он? В эту сторону? Кто там? Нива? Да. Родственнички поехали, но... Вот они. Дубровский. Да, нихуя себе поле, блин. Моих годов. Пацанишка, блин, умер. Да ты чё? Неделю назад. Дуброва? Дома. Ой, блин. Всем здоровья крепкого. Самое главное. А я даже и не знал, блин. Откуда я знал, блин? Я тут, а не там. Это он тебе сказал? Вот, сейчас только что он сказал. И ни на похороны не ездил никуда, да? Не, а куда? Я же себе не знал даже. Если бы знал, я бы перезанял у кого-нибудь, хотя бы веночек какой-нибудь купить, блин, привезти. Ну да. Вы дружили, да, раньше? Конечно. Вот так вот. Ой, не дай бог никому, чтоб все были живы-здоровы. Ну, выпил, вроде не похмелился, ему мать не давала, он просил у нее. И через полтора часа я готов. То есть надо было, наверное, выпить чуть-чуть? Ему надо было хотя бы стаканчика два. И все, знаешь. Чтоб в кровь попало. Вон что. Жаль, жаль, конечно. Но некоторые не понимают. Да, люди разные. Кто-то понимает, кто-то нет. Кому-то нравится, кому-то нет. Да, печаль. Ну вот, неделю прошла уже как. Печаль. Что сделаешь? Ну ничего, домой придешь, помянешь. Помяните, сядете. С родней. Коля. Его звали. Коля звали? Блин, а такой человек был добродушный. Непростой, блин. Царство небесное. Но он любил всегда за справедливость. Если кто-то что-то неправильно что-то сказал, он сразу удыню бил. Он за справедливость. За понятие? Да. Угу. Он вот так вот всех воспитал там. Тоже воспитывал. Молодежь тоже наша. Это. Пух там свой, не свой, блин. Ну так вот он на своей позиции был. Ну что, Олеган, наверное, пойду я на перевязочку. Надо мне перевязать. Ты что, домой сейчас или я куда? Я тоже сейчас до дома. А потом за телефончиком. За каким? За своим, который сегодня нашел. Нашел телефон свой? Нашел. Вот так. А где же он был? У дружка заехал, блин, и забыл. А я и не помню, что у него был. Это он тебе только сказал сейчас? Да, ну-ка, дошел. Ну, забирай, забирай. Будешь на связи сейчас, да? Ну, будет, конечно. Молодец. Его только зарядить надо, его, и все. Ну, зарядка у тебя осталась. Да, у меня их там куча.
сейчас вот этот допью лимонад. Просто сразу так в жару резко он не лезет. Да я понимаю. Пиво даже я даже не хочу. Да нахер оно нужно? Пей вон лимонад. Ты что, на бочке пойдешь сюда? Я вытащил уже. Все, работы пока в акуле нет? Ну, вон я вытаскивал. А, ты уже успел вытащить? Да. Я сегодня успел на двух работах покупать. Завтра опять на Колым? Завтра пойду доделывать, чтобы деньги забрать мне. Там 22? Да. Неплохо, неплохо. Иди, Олег, везде, куда зовут, конечно. За два дня где ты их возьмешь? 22? Да нигде. У нас тут многие месяц работают за такую сумму. Да. Вон, 10 тысяч вот максимальная. Ну, пусть не 10, но 19. Месяц. А ты за два дня? А это за два дня, блин. Ну, куда же еще лучше? Их негде взять. Сейчас кому не скажи, блин, все кинутся. Да ты вот чё? Каждые два дня по это. Какой Колым, с руками оторвут. Вот поэтому я никому ничего и не это. Я лучше сам пойду. Сам сделаю. Успевай. Бать убери, Санька. Сноху вот молодую, все попрете. Два Колыма есть. В одном дворе траву, блин, скосить. Там в одном дворе 5 дают. А в другом дворе, ну, тут больше. В том 7. Вот еще 12 тысяч. Еще плюс. Да замечательно. Делай, только делай. Успевай. Делай, Олег. Триммер береги, смотри. Не перегрей. Он у меня как это, как ласточка. Я же заводил его, я тебе показывал. Он, блин, с полпинка заводится. Вот что, машину вот в зажигании заводишь, что он? Трын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Да. Бун-бун-бун-бун-бун-бун-бун-бун. Куда нахрен ты дымись? Блин, я даже не пожалею. Лимонадика? Правильно, а то сейчас загорится что-нибудь. А то тут, блядь, сделали уже пепельницу, блядь. Я не люблю, когда дымится. Я тоже. Ну, друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас благодарите. И почитайте, как говорится, ну, в хорошем смысле. И что вы нас никогда и не забываете. Вот это огромный плюс. Присоединяюсь, Олег. Молодец. Под подписчиков тебе, конечно же, привет ото всех всегда шлют. Огромное им тоже. Сказали, всем ты молоток. Привет. И едем дальше. Да? А что не придет, то все с собой придет. Да, куда она денется? Ну, по-любому. Как будет, так и будет, ну. О, я оса прилетела. Да уйди ты, блин. Смотри, а то за губу сейчас укусит. Да и... Бля, чуть в руку не поймал ее. Все, улетело. Зато мухи достали. Так куда же от них деваться, от мух-то? Надо ехать, Сань. Надо что-то, движух какой-то делать. Куда именно? Собираюсь в сторону Михайловки. Хочешь свою притянуть? Да. Ну, давай. Меня обижает, что я не приезжаю, блин. Ну, денег нет. Ну, вот сейчас появится, приеду. Давай думать, давай. Любимую мы приедем надо... вместе с Саней. Любимую надо привозить, да.
Пусть хозяйкой в доме будет. Там пусть приедет, ну, хотя бы на недельку сюда. Посмотрит. Увидит наши районы весь. Я проведу, блин, на мелочь сходим, на пляж сходим. Везде сходим. На концерты вон сходим. Церковь надо сходить показать. Церковь обязательно, да. У нас это не проблема. Есть тут что показать, конечно. Покажешь, Олег. А потом она тебе кое-что покажет. Свои достопримечательности города Михайловки. Ну, это уж там мы разберемся. Да, конечно. Когда мы не разбирались? Ну, в городе, конечно, я там ничего не знаю. Естественно, она мне покажет, где какой перекресток, как пройти, где ближе, где дальше там. Это все я прекрасно все понимаю. Ну что, мочим разбег? Пойду я, Олег. Ну, мне надо руку перетянуть. Обработать. И еще кто, блядь, там? Блядь, как ухожен. Вот и весь дюшесик. О! Отрыжку дал. Бутылочку только в контейнер, Олег. Сорить в любом случае. Михайловским всем привет, всем друзья, Любе, Оле, Саше, всем погранцам тоже привет, и самое главное, милой любимой, огромный пламенный привет. Люда, жди. Скоро я за тобой приеду. Никуда не отвертишься. Олег долго не будет разговаривать. Машину посадил и увез. Просто у меня были некоторые проблемки со своими. Были у нас и сватовство, и день рождения. Ну вот из-за этого. Просто мы младшего моего брата подженили. Вот такие вот вопросы. Не вопрос, а такой-то ответ. Ну ничего, она поймет. Ну, войдет я в положение. Ну правильно, правильно. Ну что, давай, Олеганович, пойду я. Домой пока. Смотри, вечером выползать будешь, звони. Лимонадик попьем. Ну и опять я либо через Шаскин, либо через мать. Ну и свой телефон не забудь забрать. А если свой заберут, тогда всё, со своего скину. Лады, набирай тогда, давай. Давай. Всем добра, друзья, едем дальше. Не забываем про Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники. Все ссылочки здесь, на главной. В описании, в шапке профиля. Олег пиво пить бросил, пьет лимонад, говорит, лимонад, дюшес нет. Называется. А? Лимонад. Дюшес, я понял. Ну. Ну и едем дальше. Что-то случилось опять. Чего там такое? Ничего, нормально. Нормально? Ну давай. Давай, я наберу. Давай, Олег.